Старейшее здание Барнаула – богадельня купцов Пуртовых. Сегодня головная боль для местных чиновников. Принято считать, что это здание было построено еще в начале 19 века купцами-меценатами для частной богадельни. В разные годы здесь было и коммерческое собрание, и госбанк. В годы Великой Отечественной войны – госпиталь, потом краевая больница. Последние 10 лет дом пустует и теряет свой облик. Оно ведь было изначально одноэтажным. Второй этаж настроили значительно позже, это где-то уже 70-е годы. Кроме того, по социалистическому уже стояло изначально несколько зданий. И та часть, которая была по Гоголя, это было вообще отдельное здание. Их все объединили, вот, когда все это делали единым комплексом больницы. То есть нынешний внешний вид, конечно, не так много общего имеет с тем, что увидели бы, допустим, наши предки 100 лет назад. С 2011 года право собственности на здание зарегистрировано за Российской Федерацией. А вот полномочия собственника осуществляет территориальное управление Росимущества, которое пока как собственник сделало ничего, чтобы привести облик здания в надлежащий вид. Данное здание неоднократно осматривалось нашими специалистами. Было установлено, что фасад содержится в надлежащем состоянии. Это касается не только эстетического его содержания, но и технических сторон. В связи с чем было обращение в суд, которое обязал не только восстановить штукатурный лакокрасочный слой, но и восстановить разрушенные элементы, которые, в принципе, могут создавать угрозу жизни, здоровью граждан, прохожих. В суде представители Росимущества с исковым требованием не согласились. Но арбитражный суд все же обязал ведомство отремонтировать фасад. На это отведено 7 месяцев. Росимущество уже подало жалобу. Похоже, история с ремонтом затянется надолго. Наверное, главный путь, по которому можно здесь пойти, это просто передать это здание какому-то учреждению, ну, наверное, государственному, раз оно находится в государственной собственности, госучреждению, которое могло бы отремонтировать его, даже не отремонтировать, а в идеале-то отреставрировать и занимать его, в общем-то, пользоваться, почему нет. Краевед Данил Дегтярев уверен, конкретно это здание еще можно спасти от полного развала. Борьба за многие другие памятники прошлого, к сожалению, уже проиграна. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.